Здравствуйте, друзья. Вы видите перед собой вопрос, который потребовал от меня такого минимального исследования, поэтому я вот рассказываю, что там произошло. Давайте почитаем. Здравствуйте, Михаил, мне 22 года, и у меня, как у человека с высшим образованием, но, к сожалению, не айтишного, появилась возможность поступить заочно в университет и окончить магистратуру в Российской Федерации. Но есть сомнения по поводу предлагаемых вузом специальностей. А именно, интернет-маркетинг и информационный менеджмент. Обе они находятся на факультете информатики и математики. С чего я делаю вывод, что в той или иной степени, пусть даже косвенно, относятся к IT. Да и сами слова интернет и информация как бы намекают. Сам я PHP-программист, джуниор, да и самоучка к тому же. Но в серьезных проектах или конторах не работал. Так, на фрилансе сижу в свободное от работы время, а точнее ночами, подтягиваю скилл, так сказать. Так вот, если про интернет-маркетинг мне более-менее понятно, то вот про информационный менеджмент я совсем ничего не знаю. И в Гугле адекватной информации, кроме как рекламы от других вузов а-ля «Наша специальность самая лучшая, потому что это будущее информационного менеджмента» нет. Знакомых, кто бы с этим занимался, тоже. Кто бы этим занимался. Возможно, вам известно что-то, что это такое и с чем его едят. Имеет ли это вообще отношение к IT или в большей степени к менеджменту? А тут все-таки, значит, я вот что хочу сказать, прежде чем мы пойдем разбираться с информационным менеджментом, я хочу сказать, что абсолютно непонятно, зачем оно ему надо. То есть вот человек, такой джуниор, там, PHP-программист, он хочет развиваться и быть лучшим PHP-программистом, чем он является. Он хочет получить какое-то образование. Ну и, казалось бы, ну и вот получал бы там по компьютер сайенс что-нибудь, да? Но вот тут ему предлагают что-то такое странное. Значит, интернет-маркетинг, ну, я не знаю, вот можно, конечно, это косвенно притянуть к IT, но все-таки, я даже не знаю, ну, наверное, так чуть-чуть можно. Мне очень нравится название факультета. Информатики и математики. Понимаете? Математики особенно, вот мне нравится. Информатики и математики, вот интернет-маркетинг, оказывается. Действительно, тут эти слова интернет и информация, они как бы специально туда воткнуты, чтобы люди, которые не в курсе, подумали, что они сейчас приблизятся к IT. Вот мне так кажется, это выглядит как чисто маркетинговый ход такой. Давайте почитаем, что у нас пишут про information management, значит, как degree, да, как вот степень там какая-то, которую можно получить. Вот пишут мастер, да, в information management. И вот они говорят, это такая, видите, interdisciplinary, то есть это такая межпредметная программа образовательная, которая сделана, чтобы, значит, видите, тут много всего. Значит, изучение в разных областях, таких как, значит, Strategic Information Management, Knowledge Management, Usability, Business Administration, Information Systems, Information Architecture, Information Design, Computer Science, Policy, Этика, Project Management. Дальше пишут, что вот эта degree, вот это, как бы этот мастер, она довольно новая. И, в общем-то, как бы ее немного где она есть. Вот если мы немножко ниже посмотрим. Вот где вообще есть? В Соединенных Штатах есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8 университетах это предлагается. Впервые это возникло в 2003 году в университете Мэриленда. И вот дальше вот так, понимаете, тут School of Information. School of Library and Information Sciences, Information Studies. Короче, вот нету здесь там Беркли, нет Стэнфорда, нет UCLA, понимаете, нет. Ну вот я не вижу ни одного такого университета, который я, например, слыхал, что есть такой. Да, вот все остальные, они как бы есть, но что такое, чего они? В Канаде вот один, в Новой Зеландии один и так далее. То есть это вот такая очень новая область. Вот в Индии есть, ну там понятно. Значит, что я хочу сказать? Есть информация, да, вот вы видите, что-то об этом пишут, какое-то содержание тут есть. Но вопрос вот в чем. Все-таки остается, зачем оно тебе нужно?
что ты хочешь с этого иметь? Ты хочешь иметь какое-то образование по Computer Science Information Systems, я не знаю, там IT в целом, какой-то IT, чтобы, например, что, со временем претендовать на получение рабочей визы, как программист на PHP, это совершенно не то образование, я так понимаю. То есть там какой-то момент такой есть, где люди смотрят на список предметов и часов, которые ты брал, с тем, чтобы вот понять, соответствует ли вот это какой-то профессии. И я, честно говоря, не вижу тут много, но, ну хорошо, usability, business administration, knowledge management, информационные системы, архитектура информационная, information design, computer science, policy, этика, project management. Я не уверен, что человек, который имеет, ну, такая, сильно не уверен, что человек, который вот имеет, например, такое образование, может, даже имея, там, скажем, 5 лет опыта как программист на PHP, вот тебя захотели взять, поскольку у тебя есть 5 лет опыта, и ты крутой. Но это не такой дегрис, с которым тебе позволят получить рабочую визу. Я так подозреваю. То есть я точно не скажу. Вы видите, что это такой дегрис, которого... Ну, как бы, нигде особо не приобретешь, оно какое-то такое новенькое, непонятненькое, не общепринятенькое, понимаете? Поэтому я считаю так, если ты программист, и ты хочешь расти как программист, получи образование как программист. Вот не, как бы сказать, ерундой не занимайся вот этой. Вот, а займись вот просто, вот там, изучай программирование. Я не знаю, как это по-русски там будет называться. Вот здесь ведь написано Computer Science. Вот получайте ваше образование по Computer Science. Если хотите развиваться в этой индустрии. Вот мой такой совет и такой у меня ход мысли. Может, я консервативный какой-то такой, очень традиционный, новых тенденций не понимаю. Это вполне возможно. Но вот как бы какой есть. Поскольку вопрос ко мне, то я, соответственно, и... Так вот отвечаю. Спасибо. До скорых встреч и успехов всем, кто ищет в этом направлении решение для себя.